Всем привет! Оказывается, под душем Аркаша купается куда приятнее, чем с под ковшика. Вон Аркашенька. Не скажу, что он прям доволен, но он даже крылышки мне расставлял, когда я его только начала поливать. Видно, душ напоминает ему дождик. Да, Аркашенька? Аркашка, у мамы сегодня устроила всем банный день. Да? Птичка. Птичка. Наверное, Аркаша меньше всех любит купаться, но деваться все равно некуда, купать птичку. Я и так его не так часто купаю, чтобы лишний раз не травмировать. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что следите за жизнью наших птичек и других животных. Пока!